Что это? Это уточка. Уточка говорит кря. Уточка говорит NCT-127. Будем сейчас смотреть с вами. Называется клип-стикер. Первый раз смотрим, первый раз вообще слышим про такую группу, мне кажется, да? Да, кстати, очень удобно указывать прямо в видосе дату выхода. Да, очень классно, да, можно посмотреть, угу. Потому что мы сейчас искали клип один. Типа хотели... Один злой клип. Один злой клип, хотели посмотреть самый первый клип одной группы. Вот, и пришлось очень запариться, чтобы найти, какой конкретно был первый, потому что очень неудобно, везде раскидана инфа на эту тему. Но сейчас мы не об этом, сейчас мы смотрим NCT 127. Погнали. Что? Прикольно. Сколько их? Сколько их? Вы что, издеваетесь надо мной? Блин, я хотел стопануть. Я тоже, сколько тоже посчитать хотел. Что это за инструмент? Дудочка. Че, все в коже? Считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 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 Вот один спрятался вон там, но я его ноги вижу. То есть нас... Мы его тоже посчитали. Не обманешь, все хорошо, да. Они байкеры. А. Сейчас просто это все клипы с кожей. Может, сейчас модно носить кожу? Или латекс там? Ух! Я пока никого не запомнила. Не бросается никто в глаза, кроме блондинщика. Не забывай, они могут менять внешность и цвет волос во время клипа. Да-да. А, вот этот вот в лассо кидал. Ой, кто это? Какая собачка. Привет. Ну, собачку еще покажут? Смотри, я угадала вот эту штуку. Ого! Драйв пошел. Никто не улыбается, но клип очень позитивные песни. Да, и ну, подобраны так цвета, что они очень это, приятны глазу, сочетание цветов. Вот такая эта концовочка таинственная. Заметил, что все вот эти группы, которые более молодые, что ли, что они такие более расслабляющие, какая-то музыка у них очень расслабляющая.
То есть, если BTS, они такие, типа, очень воодушевляющие, очень, вот ты прямо их смотришь, и хочется пойти что-то делать, а эти такие, наоборот, замедляющие, нет? Может быть, это успокаивают специально заранее. Может быть... Чтобы потом снять суперклип, где они разносят полквартала. Полквартала уже разнесли в другом клипе. Как первый клип BTS. Да. Если вы еще не видели нашу реакцию на первый клип BTS, обязательно посмотрите. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, и мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока!